Рекомендации Комитета ООН по экономическим, социальным, культурным правам игнорируются. А о чем это говорит? О том, что Казахстан высоких трибун, он всегда умеет бахваляться тем, что он является членом различных международных организаций. А когда встает вопрос о выполнении этих норм, давайте конкретно говорить, ни черта ничего не выполняется. Я вот это эмоционально специально говорю, потому что уже вот эти вот экспертные утверждения о необходимости принятия, о рекомендации и тому подобное уже было сделано тысячи. И это не выполняется. Почему? Потому что идет существенное отличие национального законодательства от международных стандартов. Очень существенное отличие. Потому что если бы эти отличия не были столь существенны, наши госорганы бы и парламент, может быть, сделал бы только косметические некоторые изменения и отчитался. А почему они до сих пор не могут это сделать? Потому что прекрасно понимают, если сейчас начнут они что-то менять, то по системе механизма все придется менять наше национальное законодательство в соответствии с международными нормами.